Причина? Да, выбора пива. В смысле? Почему употребляю пиво? Да. Вот цена низкого количества спирта. Как? Цена низкое количество спирта, вкусовые качества, вызываемые эмоции. Вызываемые эмоции. Какой процент содержания спирта предпочитаете для вас? Безалкогольное, слабоалкогольное, светлое, крепкое. Безалкогольное. Пиво нужно для повседневного употребления в любом случае. Как? Пиво напиток для повседневного употребления в особых случаях. В особых случаях. Как часто вы употребляете пиво? Редко, иногда постоянно. Раз в 5 лет. Это редко? Редко. Где вы пьете пиво? С женой, с тетей Олей. С компанией. С компанией. Конечно. С компанией, да. Какие эмоции у вас? Какие эмоции у вас возникают после употребления пива? Плохие эмоции. А какие там есть эмоции? Эйфория, бодрость, Эйфория, бодрость. Какие есть эмоции? Эйфория, бодрость, сонливость, злость, радость. Дядя, переставай эйфория. Колоться. Да отвалите от меня. Эйфория. Да побудь еще, Коля. Я уже тут час как на. Юра, я не могу стоять. Похмелье после пива. Ой, бывает. Бывает такое похмелье. Вы знакомы с понятием пивной алкоголизм? Конечно. Конечно, да. Так, и фамилия, имя, отчество, сам домашний адрес. Там. И адрес домашний? Конечно, email. Зачем домашний адрес? Номер телефона. Зачем домашний адрес? Электронная почта. А электронная зачем? Напишут. Что мне напишут? Напиши дядя Юра. Ничего. Напиши. Юрий, да, ты что? Да, Юрий. Да, Юрий, дядя Юра. 59, 14, 54. 59? 14, 54. Ну, давай, вот так вот. И 54. А 54? 54, 14, 54. 59, 14, 54. Юра, ну что бриет? У меня нога болит. Не могу стоять. Ну там... 9, 14, 54. Ну идем там, Саня. Нет. Ну идем сядем там. Ну привет. Духового этого оркестра. Поправился, Виталий. Духового оркестра. Что ты будешь стал? Ну хорошо. Я понял. Ты себя видел вообще? Ты себя видел? Я себя. Я уже шестой. Говорит, поправился. Я шестой десяток. Вот 15 лет старше. В прошлом году был сухее. Но я бросил пить пиво. Молодцы. Мы не сильно опоздали. Я у мамки был. Я обещал ей быть у мамки. Да, нет, да я понял. Что-то еще будет, да? Слушай, ты... Да. Ты шествие снимал? Ребята снимали. Скрепляшение. Да. Тогда... Я сейчас снимаю. Ничего? Тогда ничего? Чуть-чуть опоздал. Виталик, там ничего? Я сейчас снимаю. Это очень хорошо. Ты молодец. А праздник пива в интернете есть? Вы видели его? Есть, он так и называется, праздник пива. Праздник, да, это я, конечно, нашел, это ж когда был. Хорошо, ну, да, побегу. Давай, молодцы.